Я вас снимать буду. Я против снимать. А вы, я к вам не домой пришел. Вы знаете, при исполнении. Что? Это налоговый орган. Вы что? Здесь не устраиваете концерт, а пожалуйста. Я не могу снимать? Нет, вы здесь статья 34 Конституции почитайте. Молодой человек, статья 34, девушка. Можете. На каких основаниях? Закон покажите, почему не могу. Вы нас снимаете. Пишите, начальнику инспекции. Я же вам разрешение не давал на съемку и на запись дома. Молодой человек, уберите, пожалуйста, видеосъемку. Выходим. На основании чего? Да, закон покажите. Пожалуйста, видеосъемку. На основании чего? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы видите? Да, иду, видеосъемку. На основании Конституции, статьи 34, покажите, могу показать. Идемте, посмотрим. Не-не, я с вами не пойду никуда. Нет, я не пойду, я не хочу. Я имею полное право отказаться. Вот, я вам могу показать, пожалуйста. Вот, пожалуйста, почитайте. 34-я статья. Человек. Мне ваш начальник не запретил. Я против, чтобы вы меня снимали. Я не вас снимаю, снимаю вашу должность и исполнение ваших обязанностей. Понимаете? Вы, я не вас дома снимаю. Это вы меня не можете снимать. Это вы ко мне пришли. Ну давайте так не будем спорить. Так вы нас пригласили. Я требую законных требований исполнять мои. Мне письмо пришло. Начальник по инспекции. Я здесь делаю по вашему желанию, не по своему. Хорошо, понятно? Пишите пояснение. Пояснение по железнодорожному району. Дальше. Города Гомеля. Так. Дальше что? Дальше Левшинову АВ. Молодой человек, я вам еще раз сказала, вы мне мешаете. Я молчу, сижу. Вы не молчите. Вы не трогайте телефон, это моя личная собственность, не имеете права. Дальше что? Давайте дальше писать. Начальник ваш со мной разговаривал, он не против. Он мне ничего не сказал. Идите, пожалуйста, работайте. Я мешаю, понимаете? Контактные телефоны. Ну, вот мы вам позвоним, если какие-то вопросы. Ваш адрес есть? Хорошо, пишите адрес. Что я поясняю? Вы даете пояснение на высланное вам уведомление. Правильно? Вы получили уведомление. Но у вас на воспитании находится ребенок до 7 лет. Вы предоставляете копию свидетельства о рождении, ксерокопию трудовой книжки своей жены. Вы предоставляете, регистрируете это все приемное. Правильно я понимаю? Я отдаю это регистрацию в приемную, ваши документы, в месячный срок мы принимаем ваши. Что-то непонятненькое. Причем здесь приемная? Ну, все документы, которые приходят в налоговую инспекцию, проходят через регистрацию в приемную. Так и зачем мне что-то пояснять? Ну вы же сказали, что вы, да, я вас забрала документы, вы никак это не написали. Ну конечно, вы забрали мне документы, и откуда я знаю, что я получу? От какой документы вы получили от меня? От вас вообще ничего не получал. Хорошо, я вам месячный срок выдам решение. Поэтому ну, да как вы мне это подтвердите? Вы скажете через месяц, я вам на адрес вот этот вот вышлю решение за подписью начальника налоговой инспекции. Понятно, что вы не вышлите это все через месяц. Откуда мне это знать?
Потому что вы его получите. Я не понимаю, почему я должен что-то пояснять. Потому что если вам выслали извещение по декрету, и у вас есть какое-то право на льготы, вы это поясняете, мы принимаем решение. Я вам уже показывала пункт 11 декрета. Что значит льготы? Молодой человек, я вам все прочитала. Я вам все прочитала. Что вы мне прочитали? Льготы на что? Пишите, пожалуйста. На что конкретно льготы? Пишите, пожалуйста. Что писать? Пишите, что вы, у вас на воспитании находится ребенок до 7 лет. Вы прилагаете копию свидетельства о рождении. Прямо сейчас пишите. Так а зачем мне прямо сейчас писать, если речь идет о 15-м году? Причем если 15-м? У вас на воспитании ребенок находился, вы принесли свидетельство о рождении? Конечно. Вы предоставляете его, это надо зарегистрировать в приемную. Ну так мы о 15-м годе говорим, не о 15-м годе. Так мне писать пояснение или заявление? Как хотите. Что значит, как хотите? Ну вы же сюда пришли, хотите что-то написать. Я сказал, вы странные. Пишите, да. Вы мне прислали извещение, правильно? Я пишу. Я пришел сюда. Пишите, для чего? Поясни. Я вам хочу задать вопрос, что я здесь делаю? Человек. Смотрите, что я здесь делаю? Ну вы же сюда пришли. Смотрите, что я здесь делаю? Вы будете писать? Я вас спрашиваю, что я здесь делаю? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы делаем материал для Людмилы Алексеевны. Молодой человек, я замначальника курирующий это направление. Мы делаем, понимаете, модель. Будьте добры, ваш документ. Пожалуйста. На ваш можно? Мой? Пожалуйста. Пойдемте ко мне. Не, я не пойду с вами. Приносите, я тут не знаю. Я не ношу Ну, тогда останемся, на чем стоим. Вы знаете, я здесь госслужащий. Я не знаю, вы пока, я вижу, что вы женщина пришла, и вы задаете вопрос, я не знаю, кто вы. Не знаю, кому показывать что-то. Покажите мне удостоверение, я вам покажу. Во-первых, законное вы пришли требование. В налоговую Нет, подождите, инспекцию. У меня законное Будьте требование. Добры, представьтесь. У меня к вам законное требование. У меня тоже к вам законное требование. Я имею приоритет над вами. Я первый спрашиваю у вас документы, а потом только вы, когда покажете. И по закону. Сейчас я вам покажу документы. Спасибо. Что у нас? Значит, давай собери людей на совещание. Сейчас я покажу ему предписание и собери пятиминутку. Вы слышали? Так, какое сегодня число? Сегодня у нас 13-я пятница. 13-я пятница. Какое прекрасное число. 13-я. Так, и что мы в этом-то сделали сейчас? Ну, вы же спешите. Мы никуда не спешим. Нет, я говорю, вы пишите. Мы пишем? Да, пишите. Да. Пишите. Я вам думаю, что мне написать? Пишите, что у вас на воспитании в 15-м году находится ребенок до 7 лет. Вы прилагаете копию свидетельства о рождении, правильно? Свидетельство о рождении ребенка? Ребенка, да. Фамилия наша до 4 лет. И дата рождения. Вообще мы обязаны удостоверение предъявлять, когда мы к вам идем, а не вы к нам. Вот мое удостоверение. Можно я с ним? Прошу? Не надо. Почему? Вы стесняетесь что-то? А я ничего не стесняюсь. А почему нельзя? Я выполняю свои обязанности. Ну так вы обязаны мне предъявить удостоверение вообще-то? Вот когда я приду к вам. Я даже не успел почитать, что вы, кто вы. Значит, вы дайте мне разрешение, что вы имеете право меня снимать. А я вам дала решение снимать меня, там вот написано. Я вам давала решение? Вы у меня спросили? Мы вас сегодня не приглашали, чтобы вас здесь как снимали. Не приглашали? Ну как не приглашали? Товарищи приглашали. Вас нет. А, то есть, так а он вам давал? Вас, я свидетель его. Человек, да. Такие интересные люди. Вам лично? Да. К
вам лично вообще никаких вопросов. Хорошо, принимайте. Я все приняла. Подождите, успейте, я еще ничего не написал. Что вы принимаете? Мы только сильно затянули свою видеосъемку, молодой человек. Что значит вы затянули видеосъемку? Да, мне спешить некуда в этих делах. Мне не спешить. Это ваша проблема. Вы получаете зарплату, вы работаете, правильно? Да, а я тунеядец, по-вашему. Я здесь явился для чего? По своему счету желанию пришел? Да, да. Что значит «да, конечно»? Интересно, я, блин, вообще смотрю. Позвали, сами пригласили, пришел, не явишься за это самое 15 суток, и сейчас сидит и еще выгоняет. Да, дальше. Да, дальше. Мы, кстати, на «ты» можем разговаривать. Если вас что-то не устраивает, вы можете писать. Да, с вами на «ты» не собираюсь. Это вам, как бы, ваши... То есть вы со мной на «ты» собираетесь? Да, я имею право разговаривать с вами на «ты», потому что ваша личность вообще не установлена. Кто вы вообще, понимаете? Да. И что? Дальше. Пишите. Я записываю, да. Вы начинаете меня здесь сбивать, что-то от меня требовалось. Я же вас не тороплю, когда вы хотите себе что-то делать. Ну и вы меня не торопите. Я еще, кстати, буду писать это заявление в двух экземплярах. Отлично? Ну, вопрос, конечно. Вот и все. Мы нам ксерокопию снимем и поставим. Обещание вашей ксерокопии. У нас в государстве разве ксерокопия является документом? Если бы я вам пришел ксерокопии, свидетельство о рождении, вы бы приняли его? Молодой человек. Смотрите. Вам достаточно второго листика? Нет, мне нужен еще один листик. Еще один, пожалуйста. Да. Если бы я пришел к вам с ксерокопией просто свидетельства о рождении, вы приняли бы меня? Пишите, пожалуйста. Видите? Саша, спроси, пожалуйста, на основании статьи 34 Конституции, все-таки декрет посмотреть, на основании чего тебя вообще вызвали. Я там не вижу, там видел распечатку, да, без подписи, без каких-то знаков отличия. Пожалуйста, да, документ это то, что там висит, не юридически. Да. Там написано, что он юридической силы не несет. Я тоже могу такое написать. Напишите, поверите? Пожалуйста. Точно, то вот вы можете на компьютере набрать. Хорошо, обязательно делайте. Копию паспорта, да? Да. В произвольной форме пишите. И что еще? И трудовую книжку. Молодой человек, мы согласие на видеопленку вам не даем. Если это будет в интернете, мы будем подавать сигналы. Сейчас я вам покажу. Я вам тоже не давался здесь. На видеосъемочку мою, мы личную. Вас, скажите, пожалуйста, мы вас приглашали... Подождите, а он давал решение? Мы вас лично приглашали к нам. Значит, подождите, вы, наверное, Конституцию забыли. Вот познакомьтесь. Какие у вас вопросы? Статья 34, почитайте, что я имею мы право на видеосъемку. Не, вы не знаете, если вы такие вещи скажите, говорите. Посмотрите, пожалуйста, не нарушайте мои конституционные права. Это закон прямого действия для вас. Если вы забыли. А в Ютубе это обязательно появится. Что я имею право на получение и распространение. И попробуйте подать суд. Встретимся там же. Мы будем поступать в рамках закона. Я в рамках закона поступаю. У вас к нам я вам мешаю? Есть? Нет. Я имею вы право сюда прийти как гражданин? Имею. Вы мешаете работать начальнику отдела? Я молчу стою. Я снимаю просто и все. Регистрирую. Она должностное лицо при исполнении. Статья 34. Я к ней домой не пришел. Сколько можно объяснять? Возьмите, почитайте. Мы вас тоже не приглашаем. Конституцию почитайте. Я имею право, как гражданин, зайти в любое государственное учреждение и не нарушая никаких законов, произвести законные действия. Или мы уже не граждане для вас. Или не люди. Или только быдло, с которым надо налоги драть. Это вы такие слова говорите. А мы очень уважаем. Вы так просто поступаете. Мы не поступаем. Мы в рамках закона приглашаем вас и с вами работаем очень внимательно. Кстати, вы же начальник, да, зам? Я заместитель начальника. Вот у меня к вам, как компетентному человеку, вопрос. Можно посмотреть на декрет, правильно юридически оформленный, по какому человека сюда позвали? Декрет номер 3. Юридически грамотно оформленный, то есть с подписью. Мне надо оригинал. С подписью, где стоит печать. Документ юридически грамотный считается оформленный как? Когда стоит печать и подпись должностного лица. Можно посмотреть, пожалуйста? Иначе все эти действия, они незаконны просто. Я
А то, что там вот мне сказали, на двери висит, это смешно. У нас у Картова есть распечатан этот декрет. Пожалуйста. Я юридически оформленный хочу увидеть. А не то, что распечатку. Распечатку я могу с интернета распечатать тоже. Он не будет считаться юридически значимым документом, если вы этого не знаете. Можно, пожалуйста, взглянуть? Или ответьте, есть ли он у вас в наличии? Коридор, извините, у меня сейчас... Вы не отвечаете? Коридор, пожалуйста. Вы ответите, пожалуйста? Если у вас есть какие-то вопросы... Я же вам задал. Все ваши вопросы... Я же задал. И рецепт я вам покажу, мой рабочий вариант. Ну, то есть с подписью. Покажите, пожалуйста. Этого на ставке, посмотрим, кто. Покажите, пожалуйста, я вас прошу. На основании статьи 34, той же самой. Молодой человек, вы можете там... Служебные документы. Я пришел на прием к инспектору. Уже инспектор? Вы написали? Я пишу в двух экземплярах, хорошо, что вам объяснять? Хорошо, пишите, пожалуйста, там. Да не хочу, я там, может, мне на улицу пойти написать. Молодой человек, там у нас специально образованное место. Оно занято, девушка. Оно не занято. Вон человек сидит, пишет. Оно не занято. Занято, человек сидит, пишет. Мы ничего не украдем. Вы нас подозреваете, что мы преступники какие-то? Я просто хочу сказать, что здесь находятся служебные документы. Так мы же, говорю, не украдем. Я хочу сказать, что я пришел на прием. Хорошо, вы пришли. Я пишу, мы вас прислали, мы приняли от вас документы. Вот, я пишу. Месячный срок, ответьте. Понятно. Где же подтверждение того, что вы мне их приняли? Приняли документы. Ёлки-палки. Регистрация в приемной происходит. Вот, все. Так вы переживаете? Что вы переживаете? Вы же закон знаете. Ну, по закону работаете, волноваться нечего. Я совершенно не переживаю. Я главное, чтобы вы от нас хорошее впечатление оставили. Да, у вас, вам, да. А знаете, какое впечатление? Вы себе даже не представляете. Прибавите 1,7. Девушка, можно вопрос задать? Я сейчас принимаю человека. Ну, вы сейчас его не принимаете, он пишет. Я внимаюсь, а вы просто смотрите. Тем, он напишет, почитаете, проверите. Нет, я должна только ему уделять сейчас. А, ну ясно. Ну ладно. Извините, а вы принесете мне показать декрет? Или юридически грамотно оформленный? Давайте пойдем в мой кабинет, я вам покажу декрет, который у меня рабочий кабинет. Ну, пойдемте посмотрим. Я вас приглашу в кабинет после того, как вы выключили своего видео. Я вас знаю. Хорошо. Значит, хорошо, нарушаете 34-ю статью. Не хотят показывать декрет, юридически грамотно оформленный. Стесняются. Девушка, вы это налоговое ваше юридическое лицо? У вас есть УНП? Молодой человек, я сейчас занята, принимаю молодого человека. Ну что, трудно ответить на вопрос гражданина? Имею полное право. Вот этот человек я приму, потом на гражданина, пожалуйста, приходите. Так я пришел. Нет, я сейчас принимаю молодого человека. Так он же вас не отвлекает, я вас не мешаю. Не,
Я внимательно за ним смотрю. А ну, вдруг он ошибется. Хорошо. И не то напишет. Как вы это уже изволили выразиться. Хорошо.